নিবৃত্ত তর্ষৈরুপগীয়মান ভবৌষধাচ্ছত্রমনোভিরাম কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদ বিরমেত বিনা প্রসূগ্ন। শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল্ড দ্যাট ইউ ক্যান ওপেন কাউন্টলেস হসপিটাল অ্যান্ড স্কুল। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ স্পিকিং। Что мы можем открыть бесконечное количество госпиталей и школ для общества, но будьте уверены, чтобы спасти обусловленных душ из ловушки майя, это гораздо нечто большее, вы не можете представить. Это нечто очень тяжелое. Вы не можете представить, насколько это тяжело освободить обусловленную душу от ловушки, от тюрьмы майи. Это очень сложно. It is more important. Это очень, это более важно также, поскольку it is a permanent solution. Это вечное решение. I know you like to я знаю, вы хотите помочь обществу решить like его проблемы, открыть какие-то больницы и прочее, like это хорошо. School and college, okay. But be sure it is not permanent solution. Но будьте уверены, это решение, но не вечное. If you can deliver a bonded soul from the если вы хотите спасти from the jail обусловленную of душу от and take him, майя и take this jivatma up to the lotus feet of Krishna. It is so important a thing. И довести эту дживатму до лотосных стоп Кришны, то это очень важно, настолько важно, что вы не можете представить всего значения этого. If you want to know the actual glories of light, what do you mean by light? Если вы хотите узнать настоящую славу света, что такое свет, чтобы узнать настоящую славу величия света, нужно знать также негативную сторону тьму, поскольку тьма, она, тьма это всего лишь украшение для света, иначе мы не могли бы понять всего значения света. И поэтому все негативное и позитивное, что есть в этом материальном мире, прямо или косвенно, going to give a complete idea about what is called. Оно дает нам полное представление о том, что зовется Адвайгьян Таттвой. Все это прямо или косвенно. Все, что случается в этом мире, все, что вы видите, что в чем у вас есть опыт, оно в итоге поддерживает вас в том, чтобы понять эту уникальную Адвайгьян Таттву. И кто-то мне вчера спросил, почему так много в Бхагаватам проблем, кто-то кого-то проклинает постоянно, и зачем это случается. И что, какая проблема с вашей стороны? Что вы думаете? Почему это все случается? Думаете ли вы, что в Бхагаватам что-то делается, если что-то бесполезное в Бхагаватам? Нет, вообще нет. На самом деле, начиная Бхагаватам, начинается вот с этой шлоки. And you know, with Gayatri mantra. И с Гайтри мантрой. With Gayatri mantra, you know, Gayatri. This mantra, you know, with this Gayatri mantra, this Bhagavatam starts. Это Бхагаватам начинается с Гайтри. And there I already told you, и я уже сказал, что Вьясадев Госвами, Вьясадев. You know,
приглашает весь мир присоединиться к нашей молитве, к нашей медитации. И что же это за медитация? Мы хотим медитировать на лотосные стопы той Адвайги Антатвы, Верховного Господа, которая уникальная, несравненна и несравненна и превосходна. И чтобы понять эту татву, так много примеров приводится. Нет никаких бесполезных вещей. Все, что дается в Бхагаватам, оно все полезно. Есть различные уровни случаев и примеров, которые приводятся, и шаг за шагом оно все выше и выше. А в 10-й песне под руководством Парамахамса Гурудева вы можете понять, кто такой Кришна, какие его лилы, что есть на самом деле. И много раз я говорил вам, вы, может, помните, что все муни-риши, которые там присутствовали, их может быть бесконечное число, но... You cannot find a single muni. Но нельзя найти ни. И вот среди этих риши муни нельзя найти ни одного, чья сиддханта не отличается от мнения и сиддханта другого муни риши. Но мы находимся на пути, который называется Саутапанта. Если мы не находимся здесь, то можете уйти и в Гаудиаматху не попадете. So we are in Саутапанта. И вот мы находимся на этом пути Саутапанти, и в то же самое время. So if you find that Ekayan Padyati, наш путь также называется, и this way each and но Бхагавата мы видим, что один муни другого проклинает, другой третьего, и друг друга не проклинают, и каждый из этих случаев может родить какое-то сомнение или подозрение в вашем сердце, чтобы избавиться от этого, от любых сомнений в вашем сердце. Вы должны приблизиться к чистому вайшнаву, гуру, Парамахамса Гуру, кто садгуру, кто может вложить прямое чувство в ваше сердце, с помощью которого вы можете понять, что есть что. В Бхагавате там нет никаких проблем. Все, что происходит в этом материальном мире, риши что-то делают, прикасывать одно, шукрачари другое, но какое отношение это имеет к нам? Поскольку весь Бхагаватам с начала до конца оно ведет нас к тому, чтобы осознать величие Верховного Господа. И в чем проблема? У вас есть возможность сопоставить свою жизнь с любым случаем, который там приводится. Это будет для вас подобно мильному камню, подобно указателю, что тот проклят так, наказан таким образом, я не должен делать этого. Мы должны извлекать уроки из этих указаний. И сейчас вы можете думать, что те муни-риши, они совершают ошибки, в чем проблема, если я совершу ошибку, подобно глупцу, можно спросить так. И вот кто-то спрашивает, читайте Бхагаватам, и там мы видим, что риши муни, они почти все ошибаются. И если мы ошибемся, то в чем проблема? Но это глупо. Муни и риши, они необычные люди. Васиштха муни, он необычный человек, как мы, они подобны огню. Дурваса, он необычный человек, как вы, он подобен огню. И вот если вы... Если подумать, то вот видно, что риши муни иногда ошибаются. Вы должны значение это узнавать.
значение всех этих случаев узнавать от гуру и вайшнавов. И как это под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, я развил такую сиддханту, которая совершенна. И что это за сиддханта? Что эти муни и риши, они необычные люди. Они действуют так, чтобы совершить ошибку и исправить ее. И для нас это подобно указателю, чтобы мы видели, что случается, и смогли исправить это в себе. Можем видеть, что это случилось, и я не могу позволить такому же случаю случиться в моей жизни. И поэтому все там... Эти все случаи, они описываются, и в различных югах различные вещи, которые одобрены в той конкретной юге, но в этой юге они не одобрены, и поэтому можно думать, что же они сделают, это же плохо, но ничего плохого в Бхагаватам нет, весь Бхагаватам это Кришна. Шабда Брахма – это Кришна в форме трансцендентного звука. Никто иной, как Кришна, и как вы можете находить так много ошибок в Бхагаватам? И это плохо. И вот смотрите, те муни и риши, они действуют таким образом, чтобы дать нам учение, что какие-то ошибки совершены мной, а вы не совершаете. Вся наша гуру-варга иногда тоже иногда совершает ошибку на показ. Но вы не должны думать так, иначе вы никогда не сможете достичь Кришны. Кто-то из нашей гурварги иногда совершает какие-то оскорбления лотосным стопам Шрилы Прабхупады, они попадают, это урок для нас, что мы не должны так делать. Иначе мы никогда не сможем стать успешными. Вы можете помнить, что вчера я говорил о многих вещах. About Ramachandra, Surya Vamsa, I was discussing about Ramachandra, how nice ethical character. Как Рамачандра, он являл пример идеальной жизни, идеального этикета. And we already know that Sri Ramachandra is Maryada Purushottam. И поэтому его имя Maryada Purushottam. Чтобы установить правила, которые аутентичны и неаутентичны, то есть весь, то есть те, кто авторитетные и неавторитетные, на примере жизни Рамачандры мы можем видеть, что те примеры, которые он приводит и являют своей жизнью, для нас невозможно. И если Верховный Господь что-то являет своей жизнью, это все превосходно. И когда Верховный Господь что-либо делает, то это все совершенно и превосходно, и никто не может превзойти это. Например, Шри Чайтанья Махапрабху хочет показать нам, что такое вайраги, отречение. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, что вайраги – непривязанность, которая показана Шри Чайтанья Махапрабху, она, как сказать, она полностью научна. Вайраги видя, если вы показываете какую-то ложное отречение, такое лицемерное отречение, то есть вы хотите наслаждаться жизнью, а внешне вы ходите как отреченный, то Кришна, он очень гневается на таких лицемеров. Лучше, если вы слабы, вы не можете себя сдерживать от каких-то вещей, то в какой-то день вы можете возвыситься, но не надо лицемерить. Это очень плохо. Вы должны полностью с Бхагаватам, если вы слушаете Бхагаватам в течение месяца, я надеюсь, что ваше сердце, оно очистится на 100%. Нет никакого
возможности, что какое-то осквернение останется в вашем сердце. Я не могу дать вам такую надежду, что вы в своем сердце оставите какой-то мусор. Полностью нужно очистить сердце. Полностью. И вот смотрите, те, кто лицемеры внешне, они делают вид, что они великие преданные, а внутри такого нету, то Кришна, он недоволен ими. И так или иначе, у нас нету права, мы, у нас нету возможности избежать расы. То есть, в смысле, джада раса, а в тот день, когда вы полностью избавитесь от джада расы, от материальной расы, сразу войдете в материальный мир. То есть, вы откажетесь от материальной расы, вы сразу попадете в духовный мир. Это автоматически произойдет, поскольку в Гите говорится, Rasavaryam rasapasya param drishta nivartam. When you can excellent rasa, unique. Когда it's an automatic factor of all jara rasa enjoyment. Вы обретете эту трансцендентную расу, все материальное, все эти материальные наслаждения, они уйдут сами собой. Krishna Bhagavan giving advice. И Кришна говорит Арджуне. Rasavaryam rasapasya param drishta nivartam. If you get excellent rasa, automatically то есть, если вы обретете что-то высшее, то вкус к низшему он автоматически уйдет. И здесь описывается, что характер Рамачандры, он уникален. Все, что показывает нам Верховный Господь в своих лилах, оно уникально, оно несравненно, и ничто не может сравниться с этим. Айшаджасо самагасо бериасо ясосо срио. Everything. Все уникально. У Верховного Господа никто не может сравниться с ним. Everything there. So now, и вот тот Рамачандра, мы хотим вознести молитвы ему. И вчера мы пропустили, я хочу еще сказать несколько слов о Рамачандре, и потом дальше пройдем. Брахмана девайо рамаайо кунтамедасе уттама слоко дурьяйо насто дандяр питанграй. 11 chapter, number 7 slok. Now I already told that Sri Ramachandra. И вот я уже сказал, что Рамачандра. Was acting as a father in front of those people staying in his kingdom. Он был подобно отцу, больше чем отец для всех своих подданных. Рамачандра, он не мог терпеть никакой-то несправедливости, каких-то проблем, которые возникали в жизни его подданных, тех, кто жили в его царстве. So always taking care of them. Он всегда заботился о всех. His personal sacrifice is so hard. Его личная, как сказать, жертва. То есть он сам заботился о всех. Он был повелителем всех 10 направлений. Но все же он раздавал много пожертвований брахманам, вайшнавам, и он считал себя слугой всех, поскольку дали мне такое служение повелевать этим царством. Я повелеваю, хотя это все ваше, а не мое. И так он раздал много как сказать, даров, много земли на всех 10 направлениях. И он очень заботился о всех своих подданных. И вот вчера я говорил,
что когда вечером он ходил по своему царству в обычной одежде, то в одном доме он увидел, что муж с женой ругаются. И Рамачандра услышал, что муж говорит: Наахам бибарми твам душтам асатим паравешпагам стройно хи вибрият ситам раму наахам бхаже пунаха. I'm not Ram, что я не Рама, который листит Сити своей жене, но я не Рам, что я могу принять ту Ситу, которую похитил Равана. Я не могу, как Рама, позволить тебе вернуться. И что он хотел сказать? Что-то жизнь Рамачандры, она так нечиста, что Ситадеви как-то осквернили, она не благочестна, не целомудренна. Поскольку много проверок она прошла, никто не мог доказать, что Сита, она не целомудренна, она целомудренна на все 100%, она сама Лакшми. И таким образом, терпимость Рамачандры, оно настолько велико, мы ничего не можем потерпеть, но Вайшнав может потерпеть все. Даже если кто-то бьет, убивает, то он все равно терпит, как Харидас Тхакур, его били на многих базарных площадях. Но на 22 базарных площадях в Калне. И Харидас Тхакур, несмотря на то, что вы били, очень сильно били на этих 22 базарных площадях, но все же Харидас Тхакур молился: «О Господь, они не знают, что творят, и прости их. Сделай что-то для их блага». Поскольку кроме Вайшнава никто не может сказать так. Много раз я говорил, вот Иисус, когда его хотели распять, и вот когда его прибили на бревно, то он молился Господу, что они не знают, что творят. И прости их, то, несомненно, мы можем... Не все могут понять, но он ведет себя как Вайшнав. Может, у него нет Туласи, Малы и Тилака, но признаки... Но признаком, как доктор может найти какую-то болезнь, холеру там или малярию у нас по симптомам этой болезни, такие шасты. Сиддхантов Шастра говорит то, что может внешне он может найти, что Иисус, он христианин, но что это христианство? Это так или иначе все исходит из атма-дхармы, все основы. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вся дхарма, которая присутствует в этом материальном мире, неважно, какая христианская или не христианская, она это всего лишь шаги на, это всего лишь ступени на пути к нечто высшему, и поэтому мы не должны их критиковать или как-то не оскорблять. У нас нет права критиковать христианство или мусульман, или единственное, что мы можем сказать, что люди, проснитесь, я вам могу показать вот это. Если вы считаете это хорошим, то можете принять, и нет никакого давления на вас. Вы не вынуждены принять атма-дхарму. Атма-дхарма, она настолько велика, что никакого вопроса принуждения нету. То есть автоматически вы привлечетесь. Поэтому зачем вы приехали с тех западных стран? Шрила Бхактивинода Тхакур 150 лет назад предсказал, что все белые люди с запада, они приедут сюда, чтобы совершать санкиртан и воспевать святые имена. Шрила Бхактивинода Тхакур 150 лет назад, он видел это уже и предсказал, что все иностранцы, они приезжают
чтобы участвовать в нашей санкиртане, санкиртана яге. Мы не можем сказать, что вы иностранец, а я местный, как сказать, индиец. Но поскольку, когда вы находитесь, когда вы утвердились в атмадхарме, то ваша атма, ваша душа, она уникальна. И таким образом, смотрите, у нас есть возможность следовать и изучить из Бхагаватам. И вот таким образом, смотрите, Рамачандра, он хотел доказать, что ваше терпение, оно должно быть более... Оно должно быть уникально. Если вы не можете развить ваше терпение, смирение, то вы не можете думать, что вы станете вайшнавом сегодня или завтра. Может быть, сегодня вы не смогли, но завтра, либо послезавтра, либо через месяц, либо через полгода, либо еще через какое-то время вы станете вайшнавом. Единственное, что вы должны делать, это развивать вашу искренность. И, несомненно, вы должны быть заняты в сатсанге. Если вы слушаете Бхагаватам и совершаете асатсангу, то я не могу ничего вам гарантировать. Я не могу взять на себя ответственность за результат. Вначале всего я сказал, вы должны совершать сатсангу день и ночь, каждую секунду, и это есть секрет нашего баджана, что мы знаем, как Катванга Раджа, когда он услышал, что моя жизнь заканчивается очень быстро, то что же, как он стал успешен, он отбросил все ненужные вещи, все богатство, все, что у него было. Он знал, что это не вечно. Мы не можем поверить, но в любой момент наш ум может обмануть нас. И таким образом, все время вы должны совершать сатсангу, вы должны стремиться к ней, осознанно или неосознанно. Если вы совершаете асад-сангу, то я не могу ничего гарантировать. Я могу только дать вам ключ к тому, как совершать сад-сангу. Бхактивинода Тхакур говорит, под именем сад-санги, если вы совершаете асад-сангу, или под именем, или наоборот случается, то вы должны страдать от этого. Вы можете получить благо, и, или вы должны страдать. Таким образом, мы не можем гарантировать, если вы не следуете наставлениям Гурудева. Гурудев может взять за нас ответственность, если вы полностью преданы ему, и тогда вы увидите, что ваш ум, ваше тело находится под контролем. Поскольку мой Гурудев, он взял ответственность за меня, я хочу, чтобы Гуру Вайшнава, они контролировали меня. И признаки Иисуса можно... Они указывают, что он вайшнав, хотя внешне не видно ни тилака, ни канхималы, поскольку у него была такая обязанность проповедовать христианство, но он говорил о себе, что я посланник Господа. Я сын того Верховного Господа. И вот нужно. И вот мы слушали уже о славе Рамачандры, и потом, когда Сита, она... И вот когда они отправились в ссылку, Сита была беременна, и в Дандакаране, в Ашраме, она родила двух близнецов, Лав и Куш.
Они учились у Муни, и после этого они обрели необычную силу. Они были подобны Рамачандре. И когда Рамачандра, он совершал Ашваметха Ягью, это они поймали лошадь и сказали, что мы хотим видеть того, кто посмел украсть эту лошадь. Насколько они могущественны были. Все солдаты, они разбежались, они не могли быть рядом с ними. Настолько могущественны они были, и Рамачандра узнал, что они мои сыновья. И таким образом, нет никого, кто бы был так же могуществен, как Верховный Господь. И в 13 главе мы видим, что Шукадев Госвами говорит, что Ними Махарадж, он хотел совершить ягья. Он пригласил Гурудева, чтобы Гурудев заведовал это ягью, а Гурудев сказал, что мне уже пригласили в другое место, подожди, я вернусь и сделаю. Но Ними Махарадж подумал, а когда еще умру? Я не знаю, может, умру, пока он придет, и жизнь нестабильна, и поэтому я не могу ждать столь долгое время. Это плохо. И поэтому я начну ягью прямо сейчас. И я могу начать ягью прямо сейчас. И таким образом Ними Махарадж, он решил начать ягью, и другого риши пригласил. И когда Васишти ягью там закончил ягью, вернулся, он очень разгневался. Как ты посмел? И он сказал, Гурудев, жизнь коротка. Я решил быстро сделать ягью, поскольку в шастрах мы находим такие слова. Любое что-то хорошее вы хотите сделать, делайте прямо сейчас, поскольку вы можете умереть очень быстро. Как Равана, он хотел построить лестницу до небес. Но он откладывал и умер. Это хороший такой пример. Иначе любой мог дойти до небесных планет по этой лестнице, но он все откладывал и умер. Ну, из-за своих откладываний, опозданий, он так и ничего не построил. Но Васишта Муни все же разгневался и проклял. Ты оставишь тело сейчас. И Ними Махарадж сказал, хорошо, я тебя тоже проклял, ты тоже умри. И вот они оба умерли, и Васишта, он родился снова от Урваши. И вот из чрева Урваши он... Васишта родился, а Ними Махарадж, его погрузили в какой-то раствор, Муни Риши, они хотели... Вот Риши Муни не сказали, что ты пока не умрешь, и будешь жить в моргании глаза. И вот он там и жил какое-то время. This way we are, you know,
Ramchandra and all, you know, there is long list. So I have no chance, you know, very sorry. I have no chance to speak in details about this, you know, the heretical factor. No time actually. From Kush, this, that, и вот дальше перечисляются их потомки очень долго, много. This way, Nimi Maharaj's body was, you know, massaged by whale. И вот тело Nimi Maharaja, его ему сделали масляный массаж, и он был погрузили в какой-то раствор, чтобы он не разлагалось его тело. И подобно тому, как родился Притху Махарадж. This way, don't disbelieve. Don't try to, you know, express any kind of doubt. You know, all possible at those days. В те времена все было возможно. И вот эти риши-муни, когда они смогли сделать из этого тела Nimi Maharaja, Джанак Махараджа и из Видехи, от Вишеш-деха, Вишеш-деха значит Видеха, различные значения можно извлечь из этих слов. Видеха значит Вишеш, с другой стороны, можно подумать, что это из мертвого тела происходит, поскольку душа ушла, одно тело осталось у этого Nimi Maharaja. Вот от его тела родился Джанакрадж. Иногда его Видехараджа называют Вайдеха. И вот и сейчас мы начинаем описание Чандравамша. Сурьявамша закончили и Чандравамша. So now you see, so we are going to start. Now I can speak in gist, not in details. Я кратко буду говорить об этом. In 14th chapter, в 14 главе Шукадева Госвами говорит Парикшит Махарадж, своим учеником Парикшит Махараджем. Атхато сарнатам раджан бансо сома сопавана ясмин иладаюхупаха киртан киртанте пунно картаю пунно киртаю. So this way, you know. И вот таким образом. I already told. Я сказал уже. Наби радат саро рухат ято свасит суто дхатур отри питри шама гуной. Number two, слока. Второе слоко. 14 chapter. 14 глава. Саса сирасо пунсо нави радо саро руха ятасясид суто дхату ратрихи питро питри шамо гунай. I, Shukdev Goswami told that I already was discussing about this point. Shukdev Goswami говорил, я уже сказал. Саса сирасо is the Supreme Lord, you know, from his navel И вот из пупка Господа вырос лотос, он подобен саровару. И из него родился Брахма. Я уже говорил об этом. И Шукадев Госвами говорит, о царь, я, если помнишь, я сказал об этом, и сейчас из этого Брахма много сыновей и зашли, поскольку из Брахмы так много муни риши произошли, и также мы находим Атри. Дакша и прочие, Нарада, они все из него и сошли. И таким образом,
Атри-риши произошли из него, и эти атри-риши, вы, может, помните, они отправились в лес со своими женами совершать аскезы. И я уже сказал, что Он явил себя в трех формах, в форме Вишну, Брамы и Махишвара. И Атри-риши говорят, почему вы три пришли? Мы молились одному из вас, ну, одному Господу, а вы втроем пришли. Они сказали, что мы не отличны друг от друга, хотя действуем по-разному, но мы единая татва. Okay, same tattva means be careful. И вот та же самая татва значит, будьте внимательны. Вы должны понять это, то, что оба отлично, не отлично, а двагьян татва. Мы говорим. Ачинтя беда беда татва, мы говорим о ней. И таким образом, Бхагаван говорит, и после этого, от Атри, у них было три сына, один от Брамы, от Дурвасы, Дататрия от Вишну, Вишну Татва, Дурваса от Шивы, и от Брамы Чандрама. И вот Чандрама был очень могущественный, очень разумен. Однажды он как-то вынужден был похитить жену Брихаспати, и после этого началась борьба между Сурами и Асурами. Я не буду об этом говорить подробно, но Брама пришел и говорит, что вы делаете, ты должен вернуть ее, у тебя нет права. И Чандрама был вынужден отдать ее назад, но тем временем родился сын Будда, его звали. Он был сыном Сомы, Чандры. So Buddha is very powerful. И Будха был очень могущественным, и Buddha actually Chandrama took this boy with him. И Чандра забрал его с собой. And Buddha, when married, и Будда, когда он женился, его Buddha, имя его married, сына было Пурурава. His name is Pururava, very, very powerful. Он был очень могущественным. Those demigods, и полубоги, you know, они с его помощью они сражались с асурами. И чтобы Урваши, она была очень привлечена его могуществом, его красотой, и Урваши, она была на небесах, но она, когда она увидела его, она очень привлеклась им, и она захотела его, и так иначе Пурурава, он также он был привлечен ее красотой, и в итоге у них они жили вместе, наслаждались условием, что Урваши сказала, посмотри, мы можем быть вместе, но при одном условии. Мы будем наслаждаться до тех пор, пока не вижу тебя голым. Если я увижу тебя голым, то я уйду.
И вот она с собой две лампы принесла, чтобы отдала их Пурураве, что пока ты здесь, вот, заботься о моих лампах. Но Индра однажды ночью недоволен был, что ее нету. И кого-то послал за Урваши и сказал Урваши, вот Пурураве, давайте ее назад. И Гандхарва, они полетели ее искать, и они нашли, что Урваши там с Пурураве. И в ту ночь те Гандхарвы, они очень умные, они знают, что Пурурава очень могущественный, и они ничего не могли бы ему сделать. Но они решили схитрить. Они вошли в их дворец, они хотели украсть эти две лампы, которые Урваши дала Пурураве на хранение. И Урваши осознала и начала кричать: «Мои лампы кто-то украл их». И Пурурава, он побежал за ними, за этими ворами, но по тем временем Урваши увидела, что он голый, побежал за этими лампами, и она решила уйти сразу же. И Пурурава, когда он увидел, что она ушла, он очень опечалился, он плакал, молил ее прийти, что, может, я совершил какую-то ошибку, но ты не можешь оставить меня, я умру без тебя. Но Урваши, она не собиралась назад, но после этого он узнал, что если буду поклоняться Гандхарвам, я могу вернуть Урваши. Он поклонился Гандхарвам, Гандхарвы, они явились и дали ему жену, подобно, она была, как сказать, похожа на Урваши из Сделанной Света, и Пурурава наслаждался ею. Но потом он осознал, что это не Урваши, а какая-то копия какая-то, что это не она. И он так пытался ее найти, как же найти, ему было плохо без нее. И в Харидваре на берегу Ганги Урваши была там со своими подружками. И Пурурава, он увидел ее: «Урваши, я иду к тебе, не уходи». И Урваши сказала: «Ты глупец, ты не должен верить женщине. Это подобно иллюзии, ты не должен верить ей, они в любой момент могут обмануть вас и избавиться от вас, поскольку Верховный Господь уже сказал, никто не может преодолеть этот океан Майи, океан иллюзии, только те, кто приняли прибежище в моих лотосных стоп, только они могут избавиться от ее влияния. Но не каждый. И таким образом Пурурава, он дал нам столько наставлений, что вы теряете всю вашу силу, ваше... Ты посмотри на себя, ты такой могущественный царь, и сейчас из-за Майи, посмотри, во что ты превратился, в какая такая плачевная ситуация у тебя. И Урваши начала говорить о Майя Татве. Ты не должен верить женщине, она может обмануть тебя в любой момент, но ты поверил, и поэтому обманут. И в Бхагаватам также мы можем найти, там описывается, что те, кто верит женщине Майе, имеется в виду Майе, они будут жалеть сегодня или завтра. И
Таким образом, Пурурава, он потерял всю силу. И в Бхагаватам, в различных местах, мы находим такую сиданту. Чайтанья Махапрабху также говорит. Они потеряют все. Я пример могу привести. И поэтому не плачьте подобно глупцам. Я не могу жить с тобой долго, но она в итоге пообещала приходить раз в год к нему. И таким образом, из Атри, от Чандравамсы, кто происходит дальше, и вот из Атри, Сомы и Сомы Будха, от Будхи Пурурава, от Будхи Двиджая, от него Бхима, от Бхима Канчан, Агнихотра Джану, от Джану Пуру, Махарадж перечисляет, кто чистен. That Kush is Surya Vamsa, yes, Kush, Kusha, Kushambu, Gandhi, Vishwamitra. So, Vishwamitra, in this race, you see, Vishwamitra, in this Chandra Vamsa, он пришел с этой династии. So, this way, и таким образом, Урваси Гарве, Чхоя Санта. За то время, что Урваша жила с Пуравой, она родила шесть сыновей, вот этих. Ayur is putra Ekonama. This way that Janu, and this way that Janu Muni who drink Ganga. А тот Джану Муни, который выпил Гангу. Now in this line, он в этой. Now you see. В этой вамше находится и. Ричак. Ричак. Gandhi, one king, I already told you. Был один царь, Гандхи его звали. I already told you this cup in Bangsha. In front of Gandhi, перед ним Ричак asking for one daughter просил его дочь, чтобы жениться на ней. Ричак, и Ричак Gandhi, этому мудрецу сказал, ну хорошо. But I need, you know, но, what do you say? Но нужно какое-то пожертвование. В те дни наоборот было, то есть сейчас, если отец хочет выдать свою дочь за кого-то, нужно денег заплатить жениху, чтобы он ее как бы взял. Но в те времена наоборот были. Если вы хотите жениться на ком-то, вы сами должны отдать деньги за невесту. И этот царь сказал, нужно тысячу лошадей. As very special type of horse. Но особых лошадей. Very special type of horse, body white, and you know, ears. Чтобы они были белые, а уши разных цветов. И одну лошадь тяжело найти, ему тысячу надо. И Ричик также очень умен был. Сейчас пойду к Чанды спрошу и будет. And that you know donation, and you know going to marry Satyavati, Kanya Satyavati Vartan. Then Satyavati. И вот он женился от на Сатьявати. В итоге Ричак, этот Риши был очень могущественный, и однажды его мать, как я, мать жены. Мать его жены, как она, свекровь называется вроде. И вот на кой женился, звали Сатьявати. И вот у них не было детей. And also
for himself wanted to arrange one jagya. You understand? Ну, и решили ягью организовать, чтобы сын родился у них. И вот он хотел, этот Рича Криша, ягью организовать, чтобы сын у него был, его этого отца, его жены тоже был сын. Вот. И из этой яги чаро, они обрели чаро, это особое лекарство, которое, с помощью которого, приняв которое, можно родить ребенка. Но Сатьявати, жена Ричака, она была там, а Рича куда-то ушел, и тем временем ее мать, это, мать Сатьявати пришла, они решили обменяться этим чару, результатом яги, поскольку мать думала, может быть, этот Риши сделал такой хороший чару для себя, поскольку для себя яга делала, лучше я поменяю, чтобы... Не, она сказала Сатьявати, давай поменяемся, я вот то возьму, то это. И после этого... Рича, когда вернулся назад, он нашел, увидел, что все наоборот сделал, и подумал: «О, Господи, что, как это? Вы поменялись, я ягью и чару сделал таким образом». Что он кшатрия, я сделал чару для кшатрия, а мы не кшатрия, а вы поменялись, поэтому ваш сын станет очень могущественным, подобно огню, как кшатрия, а наш не такой, ну, и проблема случилась из-за этого. И вот Сатьявати и ее мать, и вот Сатьявати родила. Сатьявати Джамадагни Риши. Джамадагни Риши. Джамадагни married Ренука. И этот Джамадагни, он женился на Ренуке. And Ренука got Парашурам. И у Ренуки был сын Парашурам. This way, you know. So you see here, they exchange charu, so get, you know, this way, they exchange charu, big problem. So now we are going to discuss about Джамадагни Риши. И вот сейчас мы будем говорить об этом Риши. И вот Сатьявати родила Джамадагни Риши, и у него был сын Парашурам. И кто такой Парашурам? Парашурам – это аватара Верховного Господа. И однажды этот муни совершал баджан в своем ашраме. И однажды он пошел за водой из реки, и Сатьявати. То есть не Сатьявати, а Ренука, его жена, она пошла за водой к реке, но она опаздывала, и Риши узнал, почему она опаздывала, поскольку какие-то гандхарвы попались на пути.
она привлекла себе. Ну, может, ничего плохого он не сделал, но Риши разгневался. Он знал все, что происходит, и спросил: «О, дети, убейте свою мать». Ну, как мать наша, как мы ее убьем? И он сказал: «Парашрам, убей свою мать». И Парашрам, он взял эту саблю и убил братьев, сестер, и, братьев и мать заодно. Поскольку он знает о силе своего отца. И после этого Риши сказал: «Я благословляю тебя». И Парашрам сказал: «Я хочу, чтобы моя мать ожила, и братья тоже ожили». И сделай так, что они даже не помнили, чтобы я убил их. Хорошо, он оживил их, они встали как подобно сосна, но и не помнили, что Парашрам их убил. Парашрам, он был очень могуществен. Парашрама – это один из десяти аватаров Господа. И вот Парашурам, он отправился в лес, и тем временем там какой-то царь стал очень могущественным. Он обрел силу от Дататреи. И у него... Вот этот карта Виджоджан, у него была тысяча рук, он был настолько могуществен по благословению Дататреи. Когда он пришел в ашрам Дамадагни, он был Риши, у него ничего не было, только по милости Сурабхи. Ну, у него была одна корова Сурабхи, вот с ее помощью он мог все... их накормить, и по милости этой коровы он все как сказать, ну, мог их накормить, и царь начал думать, как это он, какой-то бедный Риши живет в лесу, и у Сурабхи, у него корова есть, я хочу забрать ее. Что толку ему, он Риши, зачем корова ему, мне нужно. И вот собрался ее забрать, а Риши запретил ему: не забирай. Нет, заберу. Он силой ее забрал. И Сурабхи начала, корова плакать начала. И после этого, когда Парашурама вернулся, он услышал, что этот Риши такой, точнее, этот царь такой наглый, что он похитил корову от его отца, эту Сурабхи. И сказал: «Хорошо, давай посмотрим, кто кого победит». И он пошел к этому царю и... Он отрубил тысячи рук этого царя и убил его. В Махишматипуре, в Южной Индии, это произошло. Вот он до туда добрался и убил всех солдат и самого царя. И после этого сыновья Карта Виджая, и вот они потом вернулись, чтобы отомстить в этот ашрам. А Парашрама не было, в лесу был. Они пришли, отрубили голову этому Риши.
Его матери Ренука начала плакать: «О, Рам, о, Рам!» И Парашурам, он обладал такой йогической силой, йога-вибути, как он понял, что его мать зовет. То есть у них такая есть йогическая сила, если здесь, например, мы будем звать Индру, ну, как сказать, Индра, он знает, он услышит, у них есть такая сила, они могут слышать и видеть с очень большого расстояния, поэтому Парашурам он услышал и вернулся, и тем временем он увидел, что отец умер. Отца убили, мать плачет. 21 раз она повторила имя Рама. И тогда Парашурам пришел, и мать, она плакала, произносила его имя 21 раз. И Парашурам, он захотел освободить этот мир от кшатриев. 21 раз моя мать так звала меня, и поэтому 21 раз он отрубил 21 раз головы. Всем солдатам и сыновьям этого царя Картавиджа, и он, и был, была гора из их отрубленных голов. И таким образом, from Gandhi, Vishwamitra took birth. От Гандхи Вишвамитра родился. Vishwamitra from Gandhi. So Vishwamitra is just like in a Kshatriya. Вишвамитра он был подобен кшатрию, поскольку это чару обменялись, и этот царь и Вишвамитра, он был подобен кшатрию, и он из своим аскез, из своими, с помощью своих аскез он смог стать браманом. И таким образом он получил качество брамана. Есть история, Вишвамитра совершал аскезы, и в то время он... Васишта был очень могущественным риши, и в любое время Васишта, если он что-то говорит, он что-то опознает, то все общество одобряет это. И вот он совершал баджан и пришел к нему и сказал, что ты брама, прими меня как брама риши. Но but actually, Vasishtha Muni each and every time speaking. Он приходил к нему, но Васишта говорил: нет, сейчас не время. Почему не время? Почему не сейчас? Сейчас я не могу. Сейчас не время еще. Когда время придет, я тебя приму. Он каждый раз приходил и говорил то же самое. Вишвамитра был очень-очень разгневан на него, как он не одобряет меня, что я брамариша, может, завидует мне. Но Васишта раз за разом говорил, что сейчас не время. И однажды Вишвамитра, он настолько разгневался: I can cut all the я sons of, убью всех твоих сыновей. У него было 100 сыновей, он всех их убил. И Васишта все же, no anxiety, он no tension, не беспокоился совершенно. И no tension. Поскольку Васишта Муни совершал баджан, ему day, не было дела до ничего материального, и однажды ночью он Вишвамитра пришел убить Васишта Муни. Я убью его сегодня. И вот он стоял у его дома за деревом.
что если вот возможность выпадет, я убью его, и тем временем Васиштха сидел со своей женой и разговаривали они о силе этого Вишвамитры. И не было никакой зависти, Васиштха говорил. О, Деви, у нее было две жены, говорил, смотри, подобно свету луны, такой сильный свет, она, этот свет подобен силе Вишвамитры. Вишвамитра Баджана, он настолько могущественный, он подобен луне, в полнолуние. И Вишвамитра, когда он это услышал, он так, это нет никакого ненависти, я убил его 100 сыновей, а он даже не ненавидит меня, я должен просить прощения у него. И в следующий день он пошел, упал к его лотосным стопам, начал просить прощения, я не осознал, кто ты, я из своей зависти думал, что ты из-за того, что завидуешь меня, не даешь мне такой титул, и если ты простишь меня, тогда я смогу защитить себя, иначе нет. И Васиштха Муни улыбнулся и сказал, сегодня я могу принять тебя как Брахмариши. Сегодня то самое время, когда я могу сказать, что ты Брахмариши. И весь мир, ну, как бы улыбнулся, что такая сила в Васиштхе. И таким образом он Гадхи, мы Вишвамитру родился из его тапы, аскез, его силы, он получил такой титул Брахмариши, стал Брахманом. Аджигартха, Сунасеп, you know, praying, you know, Prajasadeya stopped. I was praying and got free. But Vishwamitra, you know, accepted him as his own son, Sunasena. Vishwamitra Sunasena принял как своего сына и всем другим сыновьям. Он сказал, что Сунасен ваш старший сын, старший брат, поскольку я принял его как старшего сына, и вы должны слушаться его. Но кто-то слушался, а кто-то нет. Поскольку у нас нет никакой связи с ним, Вишвамитра разгневался, вы все станете млечными мусульманами, и все его эти сыновья не стали мусульманами. Мы млечными, точнее. И таким образом Вишвамитра у него другие сыновья также были, и вот, но времени нет о всех рассказывать. Там большой список всех потомков. One king in their destiny. И вот был Роджи такой, царь в их династии. Роджи kill all, you know, Дана, Манеджи, actually Асура, Дана, and help, you know. Он убил Асуров и помог. To give Индра Махарадж back. Индри вернуться на его в его на райские планеты, и он сражался с асурами, и с его помощью Индра смог забрать свои райские планеты назад. И Индра хотел отдать ему Сваргапури в качестве пожертвования Роджи, но после его смерти Индра позволил Роджи контролировать этот город. Но после того, как то есть хотел отдать, но царь умер, а сыновья его начали просить, поскольку ты царю, нашему отцу завещал это, отец умер, так что давай нам. Но Индра не мог. Нет, я отцу мог бы дать, а вам не могу. И хотел назад забрать, а сыновья разгневались.
И те сыновья не хотели возвращать эти небесные царства Индре и Брихаспати. Под руководством Брихаспати они начали Абичар Ягью. В Атхарваведе есть такие яги, с помощью которых можно убить других. Это очень опасно. So you see. И вот смотрите. Also at present you can find some. И также сейчас можно найти какие-то. Ну, люди занимаются тантрами, изучают какие-то мантры для убийства. Люди занимаются черной магией. То есть в этом материальном мире места не будет. Они вынуждены будут пасть все ниже и ниже. То есть кто-то хочет отомстить кому-то, занимается черной магией. И так вот, приносят беспокойство, это плохо. So now actually, и вот сейчас, после того, как совершили Абичара Ягью, как вот Мегнат, сын Раваны, он такой же Ягью хотел совершить, чтобы убить Раму и Лакшмана. И есть еще Ахираван, Махираван, но Рамайну обсуждать у нас времени нету, и с помощью этой яги, организованной Брихаспати, Индра вот смог опять забрать контроль над Сваргой. И в этой династии можно найти Нахуша. Был царь Нахуш. Он был очень могущественен. И в Чандравамсе Нахуш. И он помог Индре во время ее войны с Асурами. Но так или иначе, Нахуш. Actually, his big problem here. Somehow, Indra Maharaj was bound to go away from Sarga. Вынужден был уйти из Сварги. Because he making some mistake. Поскольку он совершил ошибку в адрес Агасти Муни. Агасти Муни гирлянду принес ему. А Индра эту гирлянду слону отдал. Но слон это слон. Он взял, наступил на нее, на эту гирлянду. И Агастья разгневался и проклял его. И Индра стал попрошайкой, нищим. Он потерял все свое. Все, что у него было, стал простым, нищим. Ему надо было. Он упал на землю. И в то время Нахуш ему дали на какое-то время возможность контролировать этот всю Сваргу, все райские системы, райские планеты. И вот Нахуш какое-то время он контролировал, но он сошел с ума в процессе. И он говорил, что я Индра Сварги. Я занимаю положение Индры на Сварге, и поэтому у меня есть право на его жену, на Сачидеви. И все Риши ему не сказали, как возможно. Но как ты, это ж, ну, его жена, как бы, не должен так говорить, нет. Я, ну, его, там, за него, поэтому... И жена моя должна быть, и его жена тоже моя должна быть. И вот Сачидеви испугалась. Жена Индра, она пошла к Браме, что делать, что не делать. Она к Брихаспати пошла, что такая проблема. И Брихаспати думал, что же делать. Если я дам, ну, что-то скажу, он будет спорить, но лучше. Брихаспати посоветовал Сачи, ты можешь вернуться и
Когда на хус придет, скажи так, что хорошо, я буду служить тебе как мужу, но при одном условии, если ты приедешь ко мне на паланкине, и этот паланкин должны нести все махариши, те риши, агасти и прочие, они должны нести тебя на паланкине. И только тогда, когда ты так ко мне придешь, я тебе смогу служить как мужу. И этот Нахуш, он был нетерпелив, поскольку когда вожделение приходит в ваше сердце, человек ослепнет. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что вожделение, оно подобно невежеству. Оно сделает, ослепляет вас. А према, оно подобно свету. И таким образом он был обманут Брихаспати, но не понял. И начал говорить его о гасте и прочее, давайте, несите мой паланкин, я поеду к Шачидеве. И вот он сидит на паланкин, как на паланкине, как, ну, как царь. И риши кричит, да, быстрее, что так медленно. И он ногами задел голову Агасти Муни. Шарпа, шарпа, значит, быстрее, пошли быстрее. И своими ногами он задел голову Агасти Риши. И вот это Агасти Муни был настолько могущественным, он разгневался. Что-то нам тут помыкаешь, вот, стань змеей. И он упал с этого паланкина, стал змеей сразу же. Но он помнил, что он сделал в своей прошлой жизни. И Нахуш таким образом он стал змеей. И таким образом Нахуш, он стал питоном, но перед этим он был очень благочестив, он совершил ошибку и стал змеей, но у него был сын, Яяти его звали. So Jayati Kanish, actually Madhabhurya, actually it is written that Nahus fall down and become python, and Nahus is Madhabhurya Jayati Raja. The middle son of Nahus is Jayati, he become king. И вот средний сын Jayati, он стал царем. Но это Джаджати или Яяти, он дал указание своим братьям контролировать все части света. Сам он как бы в центре находился, но всем братьям раздал части своего царства. И однажды Яяти Шукрачарья Бишвапарва. Бисапарва and Бисапарва and Шукрачарья. Шукрачарья is his daughter is Девьяни. Его дочь Девьяни. And the daughter of Бисапарва is Шармиштха. Вишвапарва Шармиштха. Они подружились с самого детства, они играли друг с другом. И они путешествовали по лесу, играли там, и однажды они решили омыться в одном водоеме,
И вот они одежду положили на, в одну сторону и прыгнули в это озеро, чтобы там купаться. Этим временем увидели, что Шанкар и Парвати, они пришли туда. Они испугались, они быстро вылезли из озера, оделись, но они спешили, и поэтому и одежда Девьяни, но не одежду чужую одели, то есть Шармиштхи одежду Девьяни одели, а Девьяни Шармиштхи. И тут они начали ругаться, что ты, я дочь твоего гуру, мой отец сам Шукрачарья. Как ты вообще посмела взять мою одежду, ты собака? Как ты вообще смогла? И начали спорить. И вот они дрались. И Шармиштхи была ей это надоело, она бросила эту Девьяни в пустой колодец, и она упала Девьяни в колодец, и Шармиштхи, она вернулась со своими с подружками назад. И Девьяни была в лесу, никого не было, кто бы мог спасти ее. Вот она ждала, плакала, что «О, отец, помоги мне». И однажды ее нашли. Яяти, по милости Верховного Господа, Яяти, он отправился в лес на охоту, и случайно услышала звук, который она кричала Девьяни: «Спасите меня, спасите!» Ну, ему еще царю вода нужна была, он искал колодец, но вместо, видел колодец, но там женщина вместо воды была, и Девьяни плакала: «О, царь, спаси меня, иначе я умру». И царь по своей милости, он взял ее за руку и вытащил. И после этого, когда она была уже спасена, Девьяни, она взяла его за руку. Но поскольку ты взял в ведах такое правило, если ты взял за руку какую-то женщину, то нужно принять ее как жену. Паниграхон называется. Паниграхон. Такое называется правило. И вот Девьяни говорит, что ты взял меня за руку, поэтому я буду твоей женой, и никто не может возразить. Почему? Но ты дочь брахмана, ты дочь Шукрачарьи, а я кшатри, это невозможно. И Девьяни сказала: ну, брахманы все равно мне не женятся. Почему? Поскольку проклятие Качи, сына Брихаспати, и сын Брихаспати пришел в дом моего Гурудева, чтобы узнать что-то об Амрита Сандживани. Но тем временем Девьяни, она влюбилась в этого Качу, но Кача не был готов жениться. И он проклял ее, но они друг друга прокляли. И таким образом, что никакой брахман не может жениться на мне, поэтому женись на мне. И поэтому он вынужден был жениться на Девьяни. Но когда Девьяни вернулась домой, то она начала плакаться перед отцом: «О, отец, я практически умерла. Почему? Что случилось?» Шукрачарья сказал: «Вот это, смотри, Вишвапарва.
I can go and ask King, O King, how your daughter, you know, Sharmista, Это из-за Шармистхи, она была дочерью царя, а та дочерью Брахмана. Шукрачая обиделся, решил уйти из его царства, но царь он просил прощения, что ошибка бывает иногда, что делать, ты можешь простить мою дочь и меня заодно. Но Гурудев сказал, что это вопрос. Но зависит от моей дочери, и он спросил у нее, и Девьяне сказали, такое наказание хочу дать Шармиштхе. Если вы отдадите меня замуж, то она должна быть моей служанкой всю жизнь. Всю свою жизнь соглашается или нет? И что делать? Этот царь и Вишвапарва царя, ему это не понравилось, но так или иначе согласились. И вот когда женилась, она вышла замуж, это Даяти. И царь Даяти отправился в свое царство, и Шармиштха, она отправилась с ними в качестве служанки. И так иначе, этот Вишвапарва, Шармиштха, она была дочерью царя Вишвапарвы. Дочерью царя была кшатрия. Она была кшатрием, соответственно, и Яяти тоже кшатрия. И они, у них есть влечение друг к другу. Почему Девьяне дала такое опасное условие, что Шармиштха будет моей служанкой всю жизнь? А Шукрачарья условие поставил, что ты не можешь, ты с Шармиштхой не можешь общаться, будь осторожна, я прокляну ее, но кто бы слушал это, поскольку Майя, она очень, Майя, она притягивает людей друг к другу и все остальное, и Девьяне. Не было однажды, Шармиштха спросила царя, о царе, твоя жена моя, что по ее желанию, я стала ее служанкой, а ты царь, и я тоже дочь царя, поэтому она его соблазнила, и у них родилось несколько детей от этой их любви, и Девьяне разгневалась и решила вернуться в дом отца, и начала жаловаться, что вот твой этот зять, в общем, так и так, Шукрачарья сказал, я сказал, что нельзя им общаться, а ты не послушалась, и он проклял этого зятя своего, чтобы он стал старым, и Яяти, он очень стар, сразу же он пришел. И вот когда это... И вот когда она пришла назад, то она увидела, что ее муж очень стар. И Сиддханта в том, что если человек... И вот Сиддханта в чем? Что если человек стареет, если у него есть вожделение в сердце или еще какие-то пороки, то если вы стали старше или старее, то вы мудрее от этого не стали. И в материальном мире можно такой пример найти, диалог. Говорится, что seniority must be given priority. То есть старшим нужно, как сказать, уважение. Не старшим, старым нужно оказывать больше уважения. Но на пути баджан это не так. Все выражают почтение Шукадеве, хотя Шукадеве всего лишь 16 лет.
о тех риши, которым тысячи, десятки, сотни тысяч лет, им тысячи и тысячи лет, но они все выражают почтение Шукадеву Госвами. Как это возможно? То есть это английская пословица, это относится только к материальному миру, но не... Но на пути Баджана она неприменима, и Яяти, когда он был стар, ну как бы стал стар, но вожделение и прочие материальные желания были в его сердце. И для Девьяни она тоже недовольна была, поскольку что с чувством делать, он же такой стар, что ни себе, ни людям, как говорится. И Яяти, он пошел к Шукрачарье и сказал: «Шукрачарье, смотри, ты проклял меня хорошо, но это же плохо для твоей дочери тоже, ну да, что делать?» И Шукрачарье: «Давай решение найди этому». Шукрачарье сказал: «Ну, если кто-то захочет свою молодость на твою старость поменять, я позволю, да?» И после этого Яяти вернулся в свое царство и попросил всех своих сыновей: «О, сыновья, смотрите, я все же не удовлетворил свои желания, и по проклятию Шукрачарьи я стал стар, но мое сердце не очистилось, я хочу наслаждаться все больше и больше. Можете ли вы помочь мне? Как же помочь? Я хочу обменять мою старость на вашу молодость на какое-то время. Я хочу наслаждаться». И он к Яду, первому сыну, подошел. Яду сказал: не надо, но я твой отец. И у тебя есть обязанность что-то сделать для отца. Ну, я все могу, но кроме этого все могу. Не готов был. Но самый младший сын Пуру, он сказал: «О, отец, хорошо, я приму твою, обменяю твою старость на мою молодость. Я люблю тебя очень сильно». И Яяти благословил Пуру. И после этого он получил его возраст, там обменялись, и Пуру стал очень стар. А царь, соответственно, очень молод, и в Сиддханта отсюда исходит. Я десятую песню сегодня начну. И вот Сиддханта какова о славе Яду. Jodhu denied his father. No, I'm not ready. Яду. Whereas in Bhagavatam you can say. Сказал, я не готов, хотя в Бхагаватам описывается, что Яду он очень велик, он очень. Но с этой стороны он не последовал совету отца. Яду он очень умен. Он был великий преданный, он прославляется в Бхагаватам. Когда отец предложил ему обменяться возрастом, Яду решил: «Нет, вообще не буду. Почему? Поскольку моя жизнь коротка, я скоро умру. И кто потеряет эту возможность служить Верховному Господу, если сейчас поменяю свою молодость на его старость, я тогда не смогу служить Верховному Господу должным образом, а сейчас, пока у меня есть возможность служить Верховному Господу, то зачем менять свою молодость на его старость?» И вот таким умонастроением, с желанием служить Верховному Господу, он не был готов. И поэтому, хотя все общество не уважает, не критикует Яду, но Яду, он великий преданный в Бхагаватам, он ему выражается все почтение, все уважение, и описывается его слава, и таким образом день за днем. So many incidents here actually. Так много случаев случается здесь и. In this Puru Vamsha. В этой Puru Vamsha. Puri, you know, I already told who is Puru. So Puru was, you know, blessed by, you know, Jadu.
И под именем Яду мы очень горды, что Ядумуни, Ядувамша. Когда мы прославляем Кришну, мы говорим про Ядувамшу, и мы выражаем таким образом почтение Яду, но в Пурвамше так или иначе, когда отец, кто Яяти, после того, как он наслаждался свою, он развил непривязанность, он потом вернул молодость Пуру и рассказал одну историю прекрасную своей жене Девьяне. Это его собственная история, и он говорит это таким философским образом, чтобы Девьяне она смогла развить непривязанность. И таким образом, Пурувамша, Душанта Раджа был такой могущественный царь в Чандравамше. И вот он однажды охотился в лесу, и он... Он встретил Кандамуни Ашрам по дороге в лесу, и этот царь, он пошел взять воды и что-то поесть. Это Маша его увидела, как прекрасная дочь у него. Кто ты? Он был очень удивлен ее красотой, ее звали Шакунтала. И Вишвамитра, он влюбился в Менаку и родилась Шакунтала, но эта Менака оставила Шакунталу в лесу, и все Шаку, это птицы, они заботились о ней. И поэтому имя ее было Шакунтала. И таким образом, этот Муни вернулся в свой ашрам, увидел там эту девочку и подумал, что это его обязанность о ней заботиться, и она выросла и стала Шакунталой. Но тем временем, но когда этот царь Душанта Раджа пришел, Муни куда-то ушел, в это время они леглись друг к другу. Он подумал, почему, скажи мне, почему я так привлечен тобой, скажи, кто ты. Но она рассказала, они понял, почему, и они женились. Они поженились, этот царь поженился на Шакунтале. Есть такая... То есть они женились, как сказать, в традиции Гандхарва. Есть, то есть разные виды, как сказать, вивахи. То есть Кришна женился на Рукмини, как Ракшас, он взял, украл эту Рукмини. И Шакунтала, Душанта Раджа, они женились в такой гандхарвической традиции, они... И от их любви родилась Бхарат Махарадж. Этот Бхарат, он другой, не тот, который был Бхарат Рамачандра. И таким образом Бхарат, он был настолько могуществен. Он, будучи маленьким, мог схватить льва и кинуть куда-то. И однажды, по наставлению Кану Риши, поскольку Кану Риши вернулся, Шакунтала рассказала, что случилось, что я ничего плохого не сделала, царь женился на мне, и Каньямуни решил, хорошо, иди в царство твоего мужа, живи там, и ребенка тоже с собой забери. And when going to the kingdom, I mean the palace, and in front of public speaking, I'm your wife and is your, you know,
что я твоя жена, а вот это он твой сын. Сын сказал, нет, невозможно, поскольку ему стыдно было, что люди его неправильно поймут, и звук с небес раздался, о, царь, не говори нет, она твоя жена, и этот сын, это твой сын. И царь вынужден был принять ее, и Шакунтала начала жить с ним в его дворце, и таким образом Бхарат, он повелевал всем миром. So this way actually, now the question of Mamata and Brihaspati coming, I don't like to discuss in detail. Потом Мамата и Брихаспати, я подробно не буду о них говорить. Следующий Рунтидев, он был очень могущественным царем, он, и он был настолько милостив, он всегда молился Верховному Господу, о Господь. Я хочу взять на себя все страдания всех живых существ в этом мире. Я хочу принять на себя все страдания, которые эти живые испытывают. О Господь, дай мне их. Я хочу страдать вместо них, но между этим я забыл сказать о Сиддханте, который исходит из этих случаев. Сейчас закончу и продолжу. И вот но я ту кама кам каманам упобхогена саммати хавиша кришна ватмево Буйо ива вивардати, но яту камаха каманам упобхогена саммати. From this, you know, I already well starting, I told you why each and everybody каси. Я вот уже говорил, почему сначала, почему Ришамуни друг друга проклинают, и отсюда. So no way you can get free from karma. Здесь говорится, что от разделения от камы никак не избавиться. Нет решения. В вашей жизни нет никакого решения. Если вы думаете, что будете наслаждаться, и с помощью этого наслаждения вам надоест, и вы развитие таким образом, непривязанность, если кто-то говорит так, что сейчас вы молодые, зачем вы совершаете баджан, вы наслаждаетесь, а потом, когда состаритесь, тогда совершаете баджан. Но говорится, что это кама, оно никогда не может быть потушена другой камой. Мы знаем, у нас есть эта кама, но и с помощью другой камы ее невозможно усмирить, поскольку в яге, когда мы предлагаем ги огню, то тогда огонь больше становится больше, и когда этот огонь он потухает, можно еще добавить масло, и тогда огонь становится больше, он разгорается. И также описывается. Что как-то возможно, что если вы в огонь добавляете масло, и как вы можете ожидать, что огонь, он потухнет. Это невозможно. И Сиддханта, вы должны помнить ее жизнь за жизнью. И что это за Сиддханта? Матра, састра, дуитра, ба, на вивиктасана бхавит. Баба се, sometimes somewhere it is written. Балаван, индрия, грама, виддан, самабикаршати. Те великие гьяни, мудрецы, они тоже иногда, можно видеть, они теряют свое терпение, и поэтому никогда не находитесь вместе с дочерью, матерью, сестрой в уединенном месте. Это строгое наставление.
Шастра, будьте внимательны. Вы не Джитендрия. Я уже сказал вам. Однажды Шрила Прабхупад Чайтанья Мати был в библиотеке, и внезапно он увидел его старшая сестра, очень, но она была подобна матери. Она была настолько старше, она пришла в библиотеку, не спросив разрешения, и Шрила Прабхупад Бхактисиддханта начал кричать: «Кто тут? Никого нет?» И мой Гуру Махарадж Пранавананда услышал, и я побежал туда, вошел в библиотеку и увидел, что там его сестра, старшая сестра, которая подобна матери, она пришла, чтобы что-то сказать ему, а Шрила Прабхупада обеспокоился, почему она пришла без разрешения. Смотрите, какой пример нам показал Шрила Прабхупада. У нас есть единственный источник, и все остальные источники, они зависят от Шрилы Прабхупады. Будьте осторожны, иначе вы потеряете свой баджан, я ничего не смогу сделать. После того, как вы услышали Бхагаватам, вы должны контролировать себя, иначе не приходите ко мне. Мы видим, что Брихаспати, он потерял терпение. Я не говорю, не буду говорить подробно, я могу сказать, что если нет тьмы, то нельзя узнать настоящую славу света, и поэтому Бхагаватам все, что говорится, это все прекрасно, чтобы вы могли развить вашу непривязанность. И вначале я уже сказал насчет этого. С Бхагаватам все прекрасно. И этот материальный мир, он прямо или косвенно. Случается по воле Кришны. Если вы скажете, что Майя-деви это делает, но Майя-деви откуда? Она из Кришны. И поэтому все, что случается прямо или косвенно, это все случается по желанию Кришны. Даже лист на дереве, он не может упасть без его воли. И без желания Кришны ничто невозможно. И прямо или косвенно, я сначала сказал об этом. И также вы должны помнить Ачинтья Бьеда, Бьеда Татву. Вы должны осознать Адвайгьян Татва. Будьте осторожны. Я не рассказываю эти истории, чтобы у вас развилось какие-то неправильные представления, о чем я говорю. То есть в Бхагаватам нет ничего ужасного. Суть это, для чего это рассказывается? Для того, чтобы вы чувствовали Адвайгьян Татва. Она вся в различных искаженных состояниях находится в этом мире. Но если вы получаете вдохновение от Гурудева, тогда вы сможете избавиться от майи и вернуться к Верховному Господу, иначе вы вынуждены будете остаться в этой Давидхаме. И все, что случается, это все для высшего блага. И те чистые преданные, они всегда думают, что то, что случается, случилось или случится, это все случается по желанию Шри Кришны. И никаких реакций мы не чувствуем в нашем сердце, поскольку в итоге вы должны осознать Адвайгьян Татву, что все прекрасно. Однажды один преданный спросил Шрилу Прабхупаду: «Шрила Прабхупад, внутри Джаганнатха мандира, почему много таких разных эротических
картина, где изображены совокупляющиеся полубоги, люди и прочие. А Шрила Прабхупада говорит, нет, это прекрасно, как, почему? Поскольку Джаганнат, Джаганнат, откуда это имя происходит? Джагатнат, он повелитель всей вселенной, он повелитель всего, Джаганнат. Джаганнат хочет вас погрузить в иллюзию, чтобы проверить вас, вы хотите меня или нет. И поэтому по желанию Джаганнатха много таких эротических картинок на стенах его храма. Для того, чтобы все люди материальные, которые приходят туда, чтобы они не дошли до храма, но чтобы они пришли и увидели, что Джаганнатха нет ни рук, ни ног, и они не смогли увидеть Джаганнатха, смотрели только на эти эротические скульптуры в храме Джаганнатха. То есть, чтобы они смотрели, когда они приходили в храм Джаганнатха, то видят, ни рук, ни ног нет у Джаганнатха. То есть, ну, чтобы они видели, в общем, не то, что надо. Джаганнат, он хочет одурить вас, и поэтому все так организовано там. И те чистые преданные, они... их нельзя в майю поместить. Чистые преданные, он не может быть в майю. Это невозможно для вас его как-то поместить в майю. Майя... она не может сделать это. И таким образом я рассказал о том, как развить непривязанность сначала до конца. Шрила Прабхупада говорит, все случаи, которые Бхагаватам описываются, они для того, чтобы дать вам осознание, чтобы осознать, что ведет к чему, что Риши совершает ошибку. Ну, в чем проблема, если я совершу такую же ошибку? Но Риши Муни, они не совершают ошибок. Они действуют таким образом, чтобы дать нам урок. Now, Рунтидев, Рунтидев молится Верховному Господу, о Господь, Ты благослови меня так, чтобы я мог страдать за всех живых существ, и чтобы они освободились. Такое же случилось в лиле Шри Чайтаньи Махапрабху. Такая же лила Васу Гос. Васу Гос молится, о Господь, дай мне страдания всех живых существ во всей этой браманде. Ты освободишь всех этих обусловленных душ, их обусловленного состояния. А Махапрабху смеется, Кришна, он не беден. Бесконечное число браманд. So you are requesting to requesting for all jiva staying in this Brahmanda. Для всех душ только в этой Брахманде. You are requesting? Already done. Это уже сделано. Already done. You can take it as granted. It's already done. You request already done. Твоя просьба, она уже исполнена Кришной. You know, one. Знаете, одно дерево. You know, huh? Small, you know, fruit there. They also make sabji also, and dumur is a jagya. We also out of that wood we make. В общем, какое-то дерево, которое используется в ягьях. На английском не знаю как. So, you know, Krishna was saying. И Кришна Бхагаван говорит, что на этом дереве много плодов. Если один фрукт потерян, Кришна не сожалеет. Поэтому твоя просьба исполнена. И не нужно беспокоиться, почему Кришна будет беспокоить тебя. Ты Васу Гошу, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, почему Кришна будет беспокоить тебя. Кришна, он не слаб. Шри Кришна, он может все страдания, зачем Кришне давать страдания всех живых существ тебе, и потом освобождать этих всех душ. То есть Кришна может сразу всех освободить, и все. Твоя просьба уже исполнена.
И Рантидев, он настолько могущественный был, он совершал баджан, и он не мог терпеть, чтобы никакая душа страдала. Рантидев настолько милостив, что он не мог позволить, чтобы кто-то страдал. И вот однажды этот Рантидев, его хотели проверить, его отправили в царство, забрали царство и прочее. Риши хотел проверить его, и не было ни еды, ни воды долгое время. Они были в лесу 22 дня, он постился, и по милости Кришны однажды тарелка с просадом откуда-то пришла. То есть сам же дал этот чату, и такой измельченный бенгальский горошек, сладости, и вот он уже решил раздать это своим сыновьям, жене, и самому поесть тут. Какой-то черный человек пришел, о царь, я очень голоден. Ну хорошо, ешь. И он отдал этому человеку все, ну тут вода с этим, с мукой гороха осталась, он же собрался поесть, что ну хорошо, Кришна уже, что осталось, то и будет. Кто-то собрался что-то раздать семье и есть, то опять кто-то пришел, давай корми меня, ну я уже все раздал, ну чату осталось, ну хорошо, давай, забирай, и вот он этот чату раздал. Потом подумал, что хорошо, по воле Кришны не судьба мне есть, хотя бы воды попью, и тут всем сыновьям и жене он уже собрался воду хотя бы раздать. Тут какой-то чандал с очень низкой каской, с собакой пришел. О, царь, мы очень жажда нас мучает, воды нам дай. И он сказал, ну вы жажда вас мучает, хорошо, пейте воду. В общем, отдал эту воду, то, что осталось, и когда чандал ушел, Рантидев, он посмотрел на небеса и сказал, о, Верховный Господь, таким образом, ты должен давать мне служение, чтобы я мог служить тебе таким образом, поскольку я вижу тебя во всех этих душах. О, ты так дал мне надежду служить тебе. Поскольку ты приходил в различных образах, Урваши, Рантидев, кто они? Бхарат Махарадж, Менака, кто они? Вишвамитра, кто они все? Рантидев показывает, что везде, во всех дживах вы можете найти Кришну. И вот... I'm putting nice question before you. Already I asked question. Вопрос задаю вам. Я уже спрашивал, может, вас я спрашивал такой вопрос. In front of your godbrother, one godbrother is God. Your brother Misraji. He's saying never in my life I hear this kind of. Он никогда не слышал, но один наш брат Боги, он не слышал ничего такого во всей своей жизни, такой сиддханта. Хотя он профессор, преподает в университете, но не слышал так или иначе. А почему не слышал? Я не знаю. Я вопрос у него спросил, сможет ли ты сказать, почему? Бхарат Махарадж, он не был успешен, а Рантидев, он был успешен. Хотя баджан Рантидева более низок, чем баджан Бхарат Махараджа. Он не мог ответить, как это возможно, что Рантидев стал успешен с более таким низким баджаном, а Бхарат Махарадж с более высоким не стал успешен. Он был вынужден родиться оленем. А почему это случилось, я не знаю. The only reason. Вот он не знал, а единственная причина в том, что Рантидев, он видел этот мир
весь мир в связи с Кришной. Но Бхарат Махарадж так или иначе, он забыл об этом, забыл о Кришне. Забывал о служении Верховному Господу и привязывался больше и больше к олененку. Это была единственная причина его падения. Рунтидев совершал баджан. У него баджан более низкой категории карма мишра бхакти. А Бхарат Махараджа гьяна мишра бхакти. Вы никогда не слышали такой сиддханты. Гьяна мишра бхакти более высоко. Но он пал, а он стал успешен. Как это? Поскольку он знал технику, как видеть весь этот мир в связи с Кришной. Много я привожу такой пример. Много раз, но вы задаете такие детские вопросы. Я извиняюсь, я уже сказал, что перед Дурьотханой, когда Удав Махарадж пришел, принес ему свои поклоны, Дурьотхан подумал, он кланится мне. Но Удав никак ему не кланялся, это слабой личности. Это глупо. Удав кланялся Кришне, который пребывал в его сердце. Но никто не знает. Будьте внимательны, и после того, как вы услышали с первой песни, первой шлоки до девятой шлоки, до девятой песни, вы должны быть очень внимательны, иначе вы вас могут одурачить. И сейчас мы говорим о Ядуванше в династии Яду. Я кратко... Кратко буду говорить. Шантану Раджа. Шантану Раджа, он был очень таким умиротворенным царем, но так или иначе, он совершал баджан в Матхура Мандале. Там есть Кунда в его честь. Very nice place. Well, actually, Шантану Раджа, you know, from Шантану Раджа, this, you know, from Шантану Раджа is getting this, you know, this Bhishma, actually, you know, Bhishma and another Vichitta Virja. И Бхишма, и Вичитта Вирджа, они сыновья его, видимо, вот второй сын, он потерял свое тело, я не буду об этом говорить подробно. Но, так или иначе, Бхишмадев, он решил не жениться, он даже в уме решил не общаться с женщинами, он дал такой обет всем полубогам. Those demigods, they are blessing and putting, you know, throwing power on him. Благословили его и начали кидать цветы на него. After Vichitta Virja dying, Ambika, Ambalika, they are helpless this way. You know, this way actually Vichitta Virja developed, you know, dangerous disease, tuberculosis. И вот Вичитра заболел туберкулезом и умер, но он был очень привязан к женам. И после этого Дхритараштра, actually, from Vichitta Virja dying, Vichitta Virja dying, after that, you know, you see, then wife, they are helpless, what to do? Его жены были беспомощны, а в то время система такая была, что Ясадев Госвами, его мать, ну, в общем, как-то я не расслышал, что случилось, но по вдохновению Кришны в Ясамуни он был очень могущественный, у него было три сына, Дхритараштра, Панду и Видура. Это долгая история. Я не буду ее обсуждать. И Дхритараштра стал слеп. И Панду, он очень могуществен, но так или иначе он совершил ошибку, отправился в лес и был проклят каким-то Пандой.
This way actually, you know, big problem. Then Pandu also get the и curse Панду, not он... to get the association of wife. Был проклят, чтобы он не смог общаться со своей женой. А когда будет, тогда умрет. И эти Кунти и Мадри, две жены Панду, и так или иначе он привязался к ним и умер. И Мадри, вторая жена, она собиралась уйти вместе с мужем, умереть с мужем вместе. Она хотела бы войти в огонь, но первая жена... Она не могла, поскольку надо было какие-то обязанности завершить. И тем временем, по желанию Панду и Кришны, у них было пять сыновей. Два от Мадри. Но это до того было, до того, как она решила в огонь войти. И когда Панду были прокляты, тогда уже он не мог к своим женам приблизиться, но по желанию Кришны Мадри родила двух близнецов, Накул и Сахадев, а по милости Ямадева, Юдхиштхира Махараджа, а по милости Индры, Арджуна, а по милости Паванадева, Бхиму, а Накул Сахадев, они от Мадри родились. Вот, в общем, он как-то его прокляли, он умер, Кунти тоже умерла, но она пока, а точнее не Кунти, а вот Мадри умерла, она сказала, что не оставляет свое тело, кто будет заботиться о детях. И рассказывается, как панчапандавы росли, как их беспокоили, нападали на них, отправили в ссылку и так далее. И битва на Курукшетре случилась, и тем временем они женились на Драупаде. И таким образом... Все описание описывается, но времени нет все это читать подробно. И Махарадж перечисляет, кто чей сын, кто от кого родился. Marry Devaki. Вот Васудев женился на Деваке. И Сур. There are actually two branches from this Ahuk. This branch is this. That is, you know, they divide. One they become, you know, Khatriya. Another branch they become Vaishya. С одной стороны они стали кшатриями, с другой Вайшья. И this second branch we get, you know. Who? These are the Nanda Baba Adi. They are getting first branch. They are getting this way. So this way division down, and you know this way. After that we get I can only Chandra Vamsa. I can speak this way. Actually, Vrishti Vamsa. I can go on discuss, speaking the name. You can realize. Вот Махарадж будет именно их произносить. Ну, а более подробно как-нибудь потом. Сейчас времени нет. И вот вы слушаете. От Брахмы, от Ришон, Махарадж перечисляет их. From there, Nahus, Nahus, Jajati, Jajati, Jodu, Krushtu, Brijanovan, and Swahitva. From Sahito, Vishadal, Vishadgu, and Chittarat, Sasavindu, Pritusava, Dharmo, Uswana, Ruchak, Yamaghos, Vidarva, Kratha, Kunti, Vrishi, from Vrishi to Nivriti, Dasarho, Bomo,
Jimuto, Bhimirat, from Navarat, Dasarat, Sakuni, Karambhi, Devarati, Devakhatra, Kuruvas, and from Kuruvas to Anu, Puruhatra, Ayu, Saptato, Andhag, Bhajaman, Vidurata, Suro, and Bhajaman, Shini, as Swayambhoj, Riddhik, from Hidik to Devamir, Sur, from Devamir, Sir, from Devamir, Sur, Vasudev, Krishna, Padunna, Anuruddha, Bajrav, Pratibahu, Subahu, Uposen, Bhadrasen. If you hear this name, you can purify yourself. Если вы будете слушать эти имена, то вы очиститесь, настолько они чисты. И вот Сурья Вамша и Чандра Вамша, они настолько могущественны и настолько чисты, что мы не можем представить. И вот мы песни мы закончили слушать девятую часть, это значит, что вы обрели силу, способность войти в десятую песню. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады до тех пор, пока вы не услышали девятую части под руководством чистого преданного, только Бхагават. То Бхагават, сами Бхагаваты не могут читать Бхагаватам, поскольку жизнь — это Бхагаватам в практической форме. И поэтому и никакой обычный человек не может читать Бхагаватам. Будьте внимательны. И Сиддханта Шрилы Прабхупады такова, что если вы будете изучать Шримад Бхагаватам до девятой части под руководством могущественного святого, как Шукадев Госвами, читал Бхагаватам Шукадеве, то есть Шукадев читал Бхагаватам Парикшита, и вы должны слушать, и тогда и только тогда у вас будет способность, сила войти в десятую часть, десятую песнь, а если вы этого не будете делать, какие-то недостатки там увидите, и поэтому пойдете. А Шрила Прабхупад без этого не позволял начинать читать десятую часть. Это опыт моего Гурудева. Какой-то Брамачарья в Матхе начал читать десятую часть Бхагаватам. И Шрила Прабхупад очень разгневался, как он посмел начать читать десятую песню сразу. Он может развить какие-то материальные представления о Кришне и пасть. Даже Балалилу вы должны слушать под руководством чистого преданного. У вас нет права читать самостоятельно, иначе можете развить какое-то неправильное представление. And in Gita it is written, samsayatma vinasati. If you have any doubt, еще одно тело, чтобы прояснить сомнение, в котором вы сомневаетесь. Srimad Bhagavad-ji Mahapuran ki jai. И вот Шримад Бхагаватам, десятая песня, я начинаю. Я могу несколько слог сегодня произнести, и с завтрашнего дня я начну говорить по десятой песне. Поскольку каждый раз, когда я обсуждаю Бхагаватам, я вижу ее с разных сторон, по милости Гуру-варги. И вот я, по их милости, буду пытаться сделать что-то, но зависит от Кришны. И первая глава. И смотрите, я забыл сказать, что перед тем, после того, как Кришну кратко описали, когда девятая песня заканчивается практически, Шукадев Госвами кратко описал о Кришне, что Кришна родился в Матхуре, потом Гакул уехал, потом с Гакула там рос, потом вернулся в Матхуру, убил Камсу, был в Гокуле, женился, убил еще кого-то, Джарасандху, и
Потом отправился в Дварагу, женился на 64 тысяч жен, и все на этом. И Шукадев Госвами спросил: «О, Гурудев, почему вы остановились?» И спросили, почему, как все кончилось, как кончилось. Вы ничего подробно о Кришне не рассказали. Но на самом деле Гурудев, он хотел проверить силу, способности, возможности своего ученика, что вот Харикатхару как кончилось, но ты смотри, ты голоден, ты чувствуешь жажду, хочешь спать, поэтому иди, поешь, попей, отдохни, и все, Харикатха кончилось. Но Парикшит Махарадж сказал: «Нет, Гурудев, говори мне подробно, не лишай меня этого, я не чувствую жажды, я не чувствую голода». Я пью нектар, каждую секунду нектар, он исходит с твоих лотосных стоп. Кто сказал вам, что я чувствую жажду или голод? Пожалуйста, продолжайте. И Гурудев, после того, как проверил его, Парикшита, если у ученика нет такого вопросов, вот, то это не ученик, он должен вернуться домой. И вот Парикшит Махарадж говорит: «Котито вамса виспару бхавата сума сома сурьяю рагьянча убхайя вансанам чаритам парамадбутам». Хе Раджан, I already so long I'm speaking all about the glories of Chandra Vamsa, Surya Vamsa. О царь, я уже говорил о славе Чандры и Сурья Вамши. And from both destiny, I was speaking all about the двух династий, я говорил о многих великих личностях. Сираджу Вачу, Катхито Вамса Виспару Бхавата Сома Сурьяю Рагьянчо Вая Вамсанам Чаритам Парамадгутам Пасру. Первая шлока. Ядасча дхармасилашча нитарам мунусит мунишаттам татран сенаватиранасьо вишнур вирджани сансана. You see, starting. Смотрите, с чего это начинается. Бхагаватам прославляет Яду. In starting. В самом начале, хотя Яду, ну, с моральной точки зрения, он совершил ошибку. Но Яду, когда отец попросил его отдать свою молодость, Яду сказал нет. Но в Бхагаватам мы находим, что Яду прославляется, что Яду он. И вот в Ведах говорится, что такие слова, что нужно уважать. But ultimately, I can give evidence. It is preliminary given. Ultimately, when you grow bhakti, devotion unto the lotus feet of Krishna, then you need not hear this kind of sloka, pita dharma, pita dharma. Who told you? It's to put you in fallacy. So you see, jadascha dharma silasya nitaram munishyattam. Hai bhakreva. This kind of big, you know, honor given to Jadu. Yadascha dharma silasya. About Jadu it is written, dharma is the seal, the beauty of Jadu. Huh? Really? All day and night Jadu practicing dharma, Bhagavad dharma. Really? И вот о Яду говорится, что он день и ночь практикует дharma, он dharmic. Most pious man. Он самый, так сказать, набожный, самый правильный, что говорить о какой-то добродетели мирской, он лучше всех, но почему он не последовал просьбе своего отца? Даже говорится, что среди всех муни, он мунишоттамаха, он лучше из муни. Кто такие муни? Муни – это те не говорят никаких посторонних вещей, только о Кришне. Муни, они могут контролировать свою речь и занять все слова в прославлении Кришны. Будьте внимательны, это называется муни.
Муни не значит, что он молчит и ничего не делает. Шрила Прабхупад, он лучше из Муни. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами все время он говорил Харикатху, он писал Харикатху, и не было времени у него отдыхать, он настоящий Муни. И Шрила Гопакишна Бабаджи Махарадж, он тоже Муни. То есть весь день они были, он был занят в прославлении Кришны. Нитарам значит Абикнам, беспрерывно, непрерывно. Он, Муни Шаттама, он лучший из Муни. Ему дали особый титул, особый статус. И в его династии, в династии Яду сам Кришна явился. Вишну, почему используется это слово Вишну? Это такой открытый термин. То есть здесь о Кришне говорится, а почему Вишну? Сарва бутешу бишати ит Вишну. Ар фарва бутешу прабишати ит Вишну. So Vishnu everywhere sitting, only present. Вишну, он вездестущий, поэтому Вишну говорится. Татро, татро мин котро. Татро значит котро. Кутра. Кутро, точнее. Кутро, Йодувамса. В Йодувамса. Татрансена Аватиранасса Вишну Виджани Сансано. И мы хотим слушать о, о Кришне более подробно. Поскольку но здесь молитва от имени Парикшит Махараджа здесь приводится, настолько он предан своему гуру, и вы также должны иметь такую преданность своему гуру, садгуру, чтобы продвигаться вперед. Он очень искренен, очень серьезен. У нас должна быть есть такая преданность, почему вы потеряли вашу Джапумалу, как бы, обо мне можете позаботиться, если теряете важные вещи. Будда Бхавана значит тот, кто думает о всех живых существах, он Будда Бхавана. Кто такой Будда Бхавана? Это Кришна, он думает обо всех. Обо всех живых существах. Любые лилы, совершенные Кришной. Kṛtavān jāni viśvātmā tāni no vada viśvara. Oh, you have to speak, it is my request. И говори подробно, это моя просьба. Nibritta tarsai rupagīya mānat bhavaushadāt chatramano virāmat kauttama sroga gunānu vādāt pumāno virajjeta vināpasugnat nibritta tarsai rupagīya mānat bhavaushadāt chatramano virāmat kauttama sroga gunānu vādāt Умано вираджит бина пасугнат. I started with this shloka, na, in the beginning. Я начал с этой шлоки сначала. Мано вирама, каутто масрого гунану вада вирамнет бина пасугнат. He must be a very fallen soul. Otherwise, how possible? He avoided here at the lilas of Krishna. How he can avoid hearing? Как может? Must be he is a fallen soul. He is a beast killer, a beast, pashugati. And also, I can give a nice meaning of this. What is that? И каково же значение этих слов, что наша душа, она находится внутри нас, и Кришна. You are pashupati. Who pashu? I am also pashu. You know the meaning of pashu? My atma. Имел Кришна это Пашупати, а Пашупати кто такой? А Пашу это кто? The more you get the Kipa Bhagavatam, more you get the Kipa Basa Gosami, you can get different kind of meaning. You know here.
So you see here, actually, ну, то чем больше вы изучаете Бхагаватам, тем милость Кришны, она открывается в большем, большем, в большем значении. No amount of medicine is just equal to this Harikatha and Kirtan. Хотят пересечь no этот материальный no океан, medicine. Никакое лекарство, никакие ничто не равно Харикатхе и Харикиртану. Это лучшее лекарство для того, чтобы пересечь этот материальный океан. Кто потеряет эту возможность прекратить слушать Харикатху? Это глупо, поскольку это единственная садхана, с помощью которой мы можем достичь того трансцендентного мира, если мы искренне. И вот, и после этого говорят, и Шукадев Госвами говорит, very nice. All my forefathers, father, forefather, they all cross this material ocean by the help of this boat. What is that boat? The lotus feet of Krishna. It's a black boat. И лотосные стопы Шри Кришны, они подобны лодке, на которой можно пересечь этот материальный океан. There's big, big fighter, like, you know, Karna, Bhishma, but still no problem, all problem over. How was that possible? No demigods can defeat Devabrata, Vishwadeva. Vishwadeva, Devabrata, никакие полубоги не могли победить. И, но для Индры как это возможно стало только по милости Кришны. So, и вот. So, you know, be from, it's a prayer. Это молитва, это такая плач, такая молитва с великим желанием, с решимостью, своего сердца. Это подобные лотосные стопы Кришны, они подобны лодке, и все мы предки не смогли пересечь этот материальный амин. Кауравы и Пандавы никогда сражались. Во всей истории мира нет никакого, никакая война не могла сравниться с той битвой на Курукшетре. Вы даже не можете представить масштабы этой войны. Никто не мог ожидать, что такая война случится. То сейчас какое-то оружие ядерное делается с помощью какой-то науки, но в то время у них это было уже. Они мантрами призывали это все. Viplustam idam madangya santana vijam kuru pandavanam yugopo kukshim gato atto chakro matuscho je me jo saranam gataya. When a mother was crying, Krishna save, some missile coming and going to destroy her, and my baby inside my home. Убить меня в ее чреве. Сын Дроначарьи Ашватама. Виплустам идам мадангьям сантана вийам пуру пандаванам жугопо кукхим гато атто чакро матушча мейя саранам гатая. When my mother crying, oh Krishna, save me, instantly
И когда моя мать молилась тебе, ты сразу же вошел в чрево моей матери и спас меня. Кто это говорит, Парикшит? И поэтому я не могу забыть этого Верховного Господа Шри Кришну. Насколько милостив Он, я практически умирал. И сейчас я хочу слышать, о Гурудев, ты говоришь, что я голоден, или чувствую жажду, но какая голод и жажда? Я пью нектар, и таким образом все время... And all the way, see, you know, Парикшит Махарадж молится. How I was protected, you know? Как я мог, как я был защищен? Как ты защитил, Кришна защитил меня в чреве матери? И many kind of question put вопросы он задавал Шукадеву. Я слышал, что Рахини... How possible there is no connection with Devaki? Что как было возможно? Rohini give birth. So many questions I can speak in just. Много много вопросов завтра будем их обсуждать. Why Mukunda? Почему Mukunda Krishna? From Mathura going to. От Матхуры вернулся в Враджадам. What kind of lila doing here? Какая лила была там? All together with all relatives and. В общем, Парикшит задает вопрос. So I can go on speaking this way. Бриджани тасья хила дево байам антар бхир пуруса кала рупай. Бриджани тасья хила дево байам антар бхир пуруса кала рупай. Seven. Прежачато миттум Payachato mrittum mutam mrtancho maya manusasso badasso vidyan is like man, human being. Maya manus, many is just out of jogmaya. He bring his body here. Actually his body is not like human being. То есть его тело, оно подобно телу человека, и с помощью майи это все сделано. Devokya garbo sammandha kuto dihantaram bina. How possible without changing your living body again in one life? You know, Rohinina actually Sankarsan took birth first Devaki and Godia also take birth. Sankarsan он родился два раза. Как это возможно? Rohinya stanayoho prakturamaha sankastano staya devakya garva sammandho taya devakya garva sammandho kuto dihantaram vina. Without living one body in same life, how possible he give going there simple. Kasmad mukundo bhagavan pitur gihad brajamgataha. Now asking, how possible from father's house already in childhood going to then braja kasmad mukunda bhagavan pitur gihat brajam gataha kovasam gyativihi swardham krutvan sattvatam upatihi braje vasan kim karut madhupuryan chakisavah bhataranchya vadhit kamsam Mātu uradhyātad arhana etat annaccha sarvam me mune krishno vichastitam bhaktum arhati sarvagyo sagda dhanāyo visvitam. Oh, don't try to make a synopsis. Please. Etat annaccha. While I put question, why I don't put question in front of you? You are so merciful. I like to take all detailed information of. И вот я хочу узнать все о Кришне, ответить на те вопросы, которые я задал и не задал. Ты знаешь лучше меня, и поэтому. Анна ча сарвам ме муне Кришно
vichastitam bhaktam arhati. You should speak. Говори, поскольку ты всемилостив, я падшая душа. So if you have tremendous affinity, Vera, as I told you yesterday, you know, the Siddhanta of Srinivas Acharya, Balava Nagaru Yasu Nasad Guru Padam Bhuje Sutvai Ropitasya Sastrai Krishna Bhakti Najayate. Now actually Sukhdev Goswami, very, you know, in front of Sukhdev Goswami, Parikyam, I'm very appealing mood speaking. Because this is a cream, you see, jewel. If Gurudev can give me, I can give. Krishna se tumar Krishna dite paro, tumaro shakti asi. You think that my, you know, I'm hungry and thirsty? No. Ты думаешь, что голоден? Чувствуешь жажду? Нет. Наишати дусваха кут мам тэкто думи бадхате, тэкто думи бадхате. I'm not feeling any disturbance. Не чувствую никаких беспокойств. Я полностью умиротворен. Я уже пью нектар с твоих лотосных уст, нектар харикатхи. Это есть настоящий нектар. Prabhupada speaking. They don't allow me to speak harikatha. Шрила Прабхупада говорит, они не позволяют мне говорить харикатху. Но доктор советует мне отдыхать, но говорить и слушать харикатху — это мое единственное лекарство, единственный отдых. Но они глупы и не позволяют мне этого. Но это наоборот. Если я говорю харикатху, я чувствую себя очень расслабленно. И то же самое говорит Махапрабху в Гамбхире. Сочетание Махапрабху говорит о Махасар, о Сарвдамада. Вы даете мне, вы говорите, чтобы я отдохнул. Что значит отдых? Если вы уйдете и прекратите говорить харикатху, вы знаете, что со мной будет, и поэтому... Когда вы говорите харикатху, это мой настоящий отдых, а когда вы уходите, я схожу с ума. I cannot get outlet to go out. Yeah. Everybody tries to confine me in Gambhira Mandir. So who can confine? Who can confine you? Your husband? Your husband? No, I can read Bhagavad. You can see. No husband can confine wife. No father can confine daughter. No father can. Not possible. Those who are loving Krishna, anyway, they can pass away, leaving body. Любят Кришну те, кто стремится к Кришне, они подобно тому, как вот эти жены браманов, они оставили тело, чтобы пойти к Кришне. So nibritta tarasai rupagi yamana bhavushada chatro mano virama kautama sroka gunanubhada Birammita vina pasugnath. One devotee, he respect me, love me very much. He is a disciple of Srila Bharati Maharaj. He is putting some question. Also he is writing, you can give openly this answer or secretly. But I never fear, so I can speak firstly. But I cannot speak the name of that. You know, who is putting question. Very nice question. What type of question? Instant when I go from here, instant I start writing. Fraction of second. In boat I took decision and then go and sit. Started writing. So I say I can give evidence here. So here is putting question. You know, Jiva Goswami claims in Sandarbhas that the Sarupa of Jiva is not inherent. Whereas, you know, while Bhaktivinoda Thakur, you know, writing, the Swarupa of Jiva is fixed. How to reconcile this teaching? This is a big question. First of all glories to Sisi Guru and Gauranga. Very nice, you must hear very fine, nice.
Значит, вопрос от Дживататве. Его вся слава Шишила Гауранги, Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати, Госвами Тхакур Джагадгуру, он сказал, что логическое объяснение, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. Это мы должны помнить в начале всего. Мы находимся на пути Шроутапанти. И согласно Гуру Парампаре, настоящей Гуру Парампаре, мы можем обрести знание. Наша ограниченная концепция, ограниченное восприятие, оно ограничивает вас и приносит какие-то проблемы. Будьте внимательны, поскольку бесконечное число времени мы все находимся в обусловленном состоянии из-за майи. Будьте внимательны, что с бесконечного времени мы находимся в обусловленном состоянии в майе. Starting point is unknown to us. Начало неизвестно. When this jivatma, когда этот дживатма, она bonded condition, we don't know. Обрела это обусловленное состояние, is, мы не знаем. Here, и поэтому говорится, что это анади. Шрила Бхактивинода Тхакур дает научный ответ. Мы не знаем, life, когда это life, обусловленное состояние началось в нашей жизни или в чьей-то жизни. Но нет, это не значит, что все дживы обусловлены. Не все, поскольку число джив бесконечно, их невозможно пересчитать. Какие-то в обусловленном состоянии, какие-то не в обусловленном, а начало их обусловленности неизвестно, и поэтому анади, это слово используется. Нет начала и нет конца. И это мнение Шрилы Бхактивинода Тхакура, будьте внимательны. И чидатма, слушайте внимательно, чидатма, оно имеет такие же качества, как Кришна, такую же свободу, как Кришна. Такие же качества, как Кришна, и такую же свободу, как Кришна. И также склонность к наслаждению, такую же, как у Кришны, поскольку оно исходит из Кришны. Satchit Ananda Amsena. Satchit Ananda. Amsena. Satchit Ananda Amsena. All the same, это, like Krishna. Но так, такой же, как Кришна, но из-за размера, из-за своего крошечного размера, она слаба. Поскольку Кришна подобен солнцу, а эти дживатмы, они подобны частичкам света. И дживатмы, у них есть склонность к наслаждению, как у Кришны, но эта склонность к наслаждению, она становится оковами для дживы. Из читания Чайтамриты я привожу пример. Читание Чайтамриты из середины читания Чайтамриты. Madhya 20, 117 and 118 sloka. Krishna Bulli, Sayjiva, Anadi Bahirmukha, Atayeva Maya Tare Dei Sansara Di Dukha. And another point is also there. I don't like. And also different on and time to time, и так время от времени в Харидваре, во Вриндаване, в Пури, еще где-то. With this point. What point? Но насчет этого спорят. Everybody, all speakers, they are speaking this way. Ah, actually, jiva is the, you know, part of Krishna. Обычно все говорят, что jiva это часть Кришны, что это амша. Амша значит. Mamayiva amsa jiva luke. Here also sitting. И здесь тоже говорится, что. It's confusing for you. Ну, это для нас это. Mamayiva amsa jiva luke jiva bhuta sanatana. All sanatan jiva. Что все санатана дживы, и Верховный Господь говорит, я санатана, и дживы тоже санатана. But they are my amsa. Но они моя амша. That's very confusing point. И тут непонятно. How is that possible? Как это возможно? Jiva amsa. But we have amsa avatar, kala avatar. Amsa mean? Амша. Что значит амша?
Нитьявасту, Пурнавасту, в Упанишадах можно найти такие слова. Если вы думаете, что Джива – это Амша Кришна, то это ошибка, это глупо. Почему? Если мы не следуем Гуру Вайшнава, поскольку Амша Кришна, она также цела. Противоцелая Кришна. Что это значит? Это значит противоцелая. Это не всем понятно. И какова же Сиддханта? То есть часть Кришны, она как бы полна, как и Кришна. То есть Кришна и его амши, его части, дживы. But you can go back to вот это то, что говорится тут, это правильно, но если мы вернемся к Веданте, то есть, там говорится, что все энергии Кришны не отличны от Кришны. И в этом случае мы можем сказать, что все дживатмы – это татастха шакти, пограничная энергия. Вы помните об этом? Но не всегда. И Кришна – это амша дживы, но не прямая, а амша дживы. Это амша of sakti, light particle, just like light particle. Это часть его пограничной энергии. То есть не самого Кришна, а его энергии. Поскольку любая часть Бхагавана, Верховного Господа, не отлична от самого Бхагавана. Если от бесконечности что-либо отнять, либо что-либо добавить, это и будет бесконечность. И поэтому... Another next verse you can discuss. I have no time. And as for Bhagavatam, first canto 10 and 6 sloka. First canto 10 chapter 6 sloka. 6 sloka. Muktir hitva anatharupam sarupena vavastiti. Muktir hitva anatharupam sarupena vavastiti. I already told. Я уже сказал насчет этого. Что значит мукти? Мукти значит обрести свою сварупу. Сварупа дживы – это быть вечным слугой Кришны. И те, кто соглашаются или не соглашаются, они осознанно или неосознанно, они все служат Кришне. И они все слуги Кришны, но они не все знают правду об этом. Понимаете? Now, due to и вот из-за авидья, невежества, из-за ложного самоотождествления, из-за этого невежества, если это ложное самоотождествление, дживы, они избавятся от него с помощью Гуру Вайшнавов, то дживатмы, они осознают себя как вечных слуг Верховного Господа. That is called actual sarup siddhi. И это называется настоящая сварупа сиддхи. What do you mean the sarup siddhi? Что значит сварупа сиддхи? Это обнаружить на 100%, то что вы настоящий, вы вечный слуга Кришны, у вас нет никаких других обязанностей в этом мире. Это и называется сварупа сиддхи. Это называется сварупа сиддхи. Это называется мукти, настоящая мукти, освобождение. So on this common point, you know, both Jivapad and Bhaktivinoda Thakur speaking same thing. For all Jivatma, this is a common factor. That they all the natural servant of Supreme Lord. They are not speaking different, so that you need to reconcile. Не говорят что-то разное. Not because it's them. Они говорят то же самое. No disparity. И нет никаких сомнений в этой ситуации. Но вы могли понять неправильно. Дживу, Госвами. Во время Гуру Пурнима кто-то сказал, что Дживу Госвами не следует Рупе Госвами, Паракия Саки и прочее. Full presence. Слушайте это с неотрывным вниманием. И смотрите. Там можно найти, что Дживапад и Бхактивинода Тхакур, они говорят то же самое.
What Jivapad wanted to say about Vastu Siddhi, ultimately what kind of seva you are going to get at all by the mercy of Rasik Guru? Получите по милости Rasik Guru. Ultimately you are going to get inspiration and mode of seva you are practicing. Ultimately at the time of Vastu Siddhi, во время Vastu Siddhi вы когда выйдете из своего тела и обретете это seva. Вот это уже не для всех и не рождено во всех. Это зависит от качества расик-санги, которую вы поддерживаете. То есть от вашего общения зависит, от вашего гуру. Если вы будете общаться с преданным Шанта-расы или Ватсаля-расы, то это может измениться. Это зависит от вашего общения. Поэтому Джива-пад, он не... Он следует этой Сиддханте, и вот Vastu Siddhi, оно зависит от конкретного расик-санги, который вы обретете по милости Кришны, если вы не хотите, не обретете. И вот второе, дживатма, то, что они все татаса-шакти, пограничная энергия. And having both tendency to do bhajan of Supreme Lord and to get a permanent seva, eternal seva, and position in Nitya Jagat. And also, I originally having both tendency to do Krishna bhajan, also not to do bhajan and to be attracted by Maya to do the bhajan of Maya. К Майя Баджану тоже, то есть к наслаждению тоже склонность есть, поскольку они татаска шакти, пограничная энергия. И вот, хотя, и вот, и хотя Сваруп Шакти, оно всегда находится с дживатмой, но количество ее очень мало. Openly or secretly, covered or uncovered. Sarvashakti can develop according to association. Таком, even one, you know, в открытом или покрытом состоянии находится, то есть может просто не видно, может быть, даже какие-то люди, которые достигли успеха в баджане, они могут опуститься. Хотя это сварупшакти, оно находится в дживатме, но иногда в таком явленном виде, иногда в скрытом, спящем, в дремлющем состоянии. Хотя сварупшакти, оно есть в дживатме, но количество ее очень незначительно, и поэтому они могут или не могут стать успешными. Как могут, так и не могут. Это зависит от многих факторов. И поэтому наша ежедневная молитва всегда, мы должны молиться Верховному Господу. Вот как Бхактина Такур говорит. Наша непрерывная молитва должна быть. Если мы забудем, мы пойдем. Мы должны молиться о милости Верховного Господа. Чем больше мы обретаем читбол, такой духовной силы, тем выше и выше мы продвигаемся. Пример Аджамил, он совершенен. Количество читбола, которое он имел в нем, его было мало, чтобы избавиться от влияния майя. So he was bound to fall down. Он был вынужден пасть. Jiven Swarup Hoy Krishna Nitya Das. This Siddhanta Swarupa by Bhakti Siddhanta Sarasvati. This Siddhanta Jiven Swarupa Hoy. Вот этот Siddhanta, что душа одна, вечная слуга Кришны, это единая у всех наших ачарий. Читание Махапрабху говорит Санатане. Кто говорит Siddhanta? Сам Верховный Господь. Swayam Rupa Bhagavan, Shri Krishna Chaitanya. Jive Sarup Hoy Krishna Nitya Das. This Siddhanta of, you know, by Chaitanya Mahaprabhu. You cannot change this Siddhanta. Вы не можете изменить эту Siddhanta. Also, I told Shakti, и также я сказал, что Шакти, оно не отлично от своего Шактимана. Обладатели Шакти, их нельзя разделить. Шакти и обладатели Шакти. Кто Шакти? Он же Шактиман. I already speak many times. Я уже сказал много раз. Shakti and Shaktiman are different.
So Shakti Shakti Mator Abhed, according to this Vedanta Sutra, Shakti is always with Shakti Man. И вот согласно Веданта Сутре, Шакти, оно всегда с Шакти Маном находится. И наша материальная наука говорит, что энергия не может быть сотворена или разрушена. Энергия, она может только из одного состояния в другое переходить. Для нас невозможно сотворить энергию. И что это? Это то, что говорится в Ведах, Веданте. И там говорится, что Шакти, она всегда находится с Шактиманом. Чит Шакти, Майя Шакти. Мы можем разделить Шакти Татву на бесконечные части, но есть три основных категории Чит Шакти, Джива Шакти и Майя Шакти. Майя, значит, внешняя, внутренняя, йога и Майя Шакти. Внешняя – это Махамая. И вот Шакти, оно всегда пребывает у Шактимана. So, Chit Shakti, Jiv Shakti, and Maya Shakti, Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, all coming from Krishna. All coming from Krishna. All coming from Krishna. Where from coming? Из чего еще? Also due to Krishna. Также из-за. Also due to Krishna's eternal existence in Goloka. И также Кришна, он всегда присутствует на Галоке. И также, если согласно математике, Кришна, дживы, они... То есть тут много зависимости от вас, поскольку вы можете привлечься Майей или привлечься Кришной. Все шакти изначально они на Галоке находятся, как и Кришна. И Кришна Чайтанья, он Чит-Сурья. Он Чит-Сурья. Вы понимаете? Like sun coming, sunlight coming to us. Krishna is chit surya, and all jiva is like particle. А все дживы они подобны частичкам света, coming out from sun god. So all rays, all light particle are coming out from sun. Они исходят из солнца. So at the same time, и в то же самое время они отличны и неотличны от него. И таким образом, дживы. Ее вечное существование на Галоке может быть, и джива также может прийти в этот мир, чтобы наслаждаться. И, но из-за Ачинтья Веда Абьеда Таттвы они могут... То есть наше какое общее видение, мы должны видеть все в свете Адвайта-Гьян-Таттвы. Почему вы... Не можете этого понять, то есть все нужно видеть в свете Адвайта-Гьян-Таттвы, осознанно или неосознанно. Все дживы, вечные слуги Кришны, это Ачинтья-Бьеда-Бьеда-Таттва, она уникальна, и она находится за пределами нашего человеческого понимания, сознания. Кришна, он делает что-то так, почему Кришна настолько жесток, являет какую-то лилу так, что дживатмы, они в Майе оказываются, но в шастре описывается, нет. Кришна хочет... То есть это все Кришна лила. И философы, великие философы говорят, что вся эта брахманда, вся эта материальная брахманда, она подобна расе. То есть Кришна являет свои лилы как в духовном, так и в материальном мире. И это подобно такой расе, которая происходит как в том мире, так и в этом. So you should not have any kind of question, though. So Krishna, in not putting you in pressure, somebody putting pressure in front of me, Maharaj,
не заставляет, а кто-то говорит, что Кришна может спасти Дживатму, может остановить меня от совершения каких-то грехов или еще каких-то плохих действий. Но я уже сказал, что Дживатма, она получила такую же свободу, как и Кришна, и Кришна не хочет влиять на эту свободу Дживы. Если Кришна хотел бы арестовать Дживатму, то тогда его лила не была бы успешна. Поэтому Кришна позволяет вам выбрать, как вы хотите вернуться к нему или не хотите вернуться, поскольку вечно, и так или иначе вы вернетесь к Кришне, вопрос только когда. И поэтому таким образом Кришна является лилой в этом материальном мире, как, например, какой-то человек с обезьянами, как сказать, и зовет их куда-то, и обезьяны вынуждены прийти рано или поздно. Но Кришна, он не хочет нас беспокоить, не хочет влиять на нашу свободу. И тогда эта лила, она не совершенна. Если мы как играем где-то, то силы нас будут заставлять что-то делать, то это не совсем хорошо. То есть это вопрос того, как использовать нашу свободу. Есть еще какие-то вопросы? Я ответил на его вопрос, что если жива.